примите искренние поздравления. Коллекция просто шикарная. Хотелось бы узнать, какие эмоции вы сейчас испытываете? Ну, некоторое волнение, потому что пришло больше зрителей, чем мы ожидали. И, конечно, неудобно, что все не смогли сесть и встать, и как-то неожиданно. Это очень приятно, что у меня столько поклонников, но, конечно, несколько беспокоит, что не все так удобно устроились. Ну, так все про показ прошел благополучно, все как и хотела, в принципе. Там, может быть, за одна-две какие-то ремарки, а остальное все хорошо. А скажите, а вот за какое время вы создали такую потрясающую коллекцию? Ну, сложно что брать за это. Если мысли, конечно, я думала уже там, может быть, и после прошлой коллекции я уже начала думать. Не успела сделать принт, вернее, я сделала эскизы. Я сама дизайнер, у меня нет помощников, ассистентов, только я рисую. Многие я делала уже, буквально делала и сразу же отдавала это производить, а что-то, какие-то задумки уже, эскизы делала чуть дольше, поэтому, но производили, обычно я делаю быстро, где-то месяца два. Скажите, а вот чем вдохновлялись при создании? Вот, может быть, эпоха или... Ну, вы знаете, само название я решила сделать, немножечко хотелось сказки, фантазии, такой фантастики, через тернии к звездам в прямом и переносном смысле. Вы же почувствовали чуть-чуть космическую тему. Все-таки всем хочется немножко иногда улететь от реальности в космос. Скажите, а вот музыкальное сопровождение, такая потрясающая музыка вот в финале была. А как пришла идея вот именно ее использовать? Ну, честно, я хотела Фредди, ну, вообще это нашли похожую на самом деле музыку. Обычно я у меня дочка подбирает, мы с ней потом с чем-то, если я не согласна, то нет, с чем-то она бывает. В общем, у нас такой консенсус, мы с моей дочкой Натальей, мы все это делаем вместе, подбираем, исходя из темы, конечно, из названия, из коллекции. Скажите, а вот каким тканям вы больше всего вот отдаете предпочтение при создании коллекции? Ой, вы знаете, здесь много факторов. Бывает, идея как раз приходит из-за ткани. Увидела ткань, думаю, о, дай-ка я сделаю это. А бывает, ищу под определенную модель нужную ткань. Люблю хорошие ткани. А если переадресовать этот вопрос по поводу цветовой гаммы, какие цвета вас больше всего вот радуют и восхищают? Ну, я предлагаю, видите, много серебра, серебро с... фиолетовым, серебро с баклажаном, вот все оттенки фуксия, голубой, синий, то направление, которое на следующий год у нас в трендах. На самом деле, конечно, многое не вошло в коллекцию. Любимые мои красные платья у нас сейчас не сделала, потому что говорят, вот у нее красные платья. Думаю, ну ничего, можно и без красных, хотя они у меня, конечно, есть. Скажите, а вот... сейчас все течет, все изменяется. Как по-вашему, какой сейчас образ современной женщины? Наверное, такой же, как наше время. Динамичный, в то же время женственный, потому что сейчас как никогда хочется, когда с развитием действительно техники, высоких технологий, в то же время иногда хочется вернуться к ностальгии, почувствовать себя женственной, одеться юбки, нью-лук, платье. Поэтому образ, конечно, девушка образованная, мыслящая, читающая. Сейчас все у нас в интернете. Такой вот дерзкий образ у меня в этой коллекции. А если этот вопрос переадресовать мужчинам, то образ современного мужчины, как вот вам представляется? Как? Вы знаете, как бы я хотела видеть, чтобы мужчины были мужественные, могли брать на себя ответственность, защитить нас, хрупких женщин. И буквально последний вопрос. Что бы вы могли пожелать нашим подписчикам? Я пожелаю вам счастья, много любви, здоровья. Приходите к нам за нашими новыми изделиями. Каждая девушка, женщина будет в них красивая. Спасибо большое.